Люди напуганы. Нервы у всех на пределе. Прошло полгода, а у полиции никаких зацепок. Неужели он настолько гениален, что не оставил ни одной улики, ни одной зацепки? Это явно необычный убийца. С чего вы взяли? Потому что он мне звонит. Кто? Убийца. Вы меня разыгрываете? Нет. Он мне звонит после каждого убийства. И почему же он звонит именно вам? Он знает, что я пишу о преступлениях. Он хочет, чтобы люди знали о его убийствах. Что он сказал в последний раз? Он сказал, где оставил тело. А еще он был рассержен. Не хочет, чтобы его называли убийцей. Он утверждает, что ведет джихад против порока. Раз вы с ним общались, как бы вы его описали? Когда как, знаете, иногда он такой бодрый, почти дружелюбный. Даже забываешь причину этого разговора. А бывает, он просто в ярости. Насколько я знаю, вы не упоминали в статьях об этих звонках. И вам тоже не стоит. Прошу, не пишите об этом в своих репортажах. Почему не писать? Это необычное убийство. Мне запретили касаться религиозной темы. Кто запретил? Сверху. Вы знаете, почему? Здесь, в Мешхеде, свои правила. Объясните мне, чего вы так боитесь? Я не хочу, чтобы у вас были проблемы. Почему они должны быть? Я просто делаю свою работу. Он звонил вам столько раз, но ни один разговор вы, конечно, не записали. Так ведь? Запишите мои слова. Вы записываете? Да, я записываю, говорите. На старой дороге в Кучан, рядом с круговым перекрестком. Заберите ее, пока не завоняло. Где вы сейчас? Не твое собачье дело, засранец. Я очищу улицы от этих грязных потаскух. Я не остановлюсь. Убийца, священный паук.